Ситуация на железной дороге не просто критическая, а катастрофическая. Долг предприятия по зарплате перед сотрудниками превышает 180 миллионов леев. Некоторые работники до сих пор не получили зарплату за апрель. Другие жалуются, что с ними не рассчитывались с мая. По данным профильных профсоюзов, уже свыше 1200 человек, отчаявшись из-за безденежья и нищеты, уволились. Поток тех, кто вынужден уйти по этой же причине с работы, не прекращается. Люди так сильно, как сейчас, не увольнялись ни разу. Очень много людей поувольнялись и ушли на другие работы. Среди них очень были толковые специалисты и квалифицированные кадры, рядовые работники. Глава профсоюза железной дороги Молдовы рассказал, что они неоднократно обращались за помощью к властям, но их просьбы так и остались без ответа. И с министром встречались, был в пятницу лично у президента Майсанду, но дергаться вроде начали. Но не видим пока результата. Железнодорожники говорят, что у них не осталось вариантов привлечь внимание к своей проблеме, как выйти на протест. И если раньше протестные акции носили местный и единичный характер, то в этот раз протестовать будут все работники дороги без исключения. Свои основные требования железнодорожники оформят в официальном письме, адресованном властям республики. Соблюдение действующего законодательства, в том числе касающегося железной дороги Молдовы. Привлечение действующей власти для того, чтобы была полная выплата задолженностей по зарплате за май, июнь, июль, август, сентябрь. Железнодорожники требуют также повысить объявленную правительством минимальную заработную плату до 5000 леев с января текущего года, а также выплатить все компенсации, положенные за несвоевременные выплаты зарплат. В случае, если их требования не будут выполнены, глава профсоюза железной дороги Молдовы Ион Запорожан заявил, что все сотрудники железной дороги не выйдут на работу. Протестная акция запланирована на 25 октября. Она пройдет как в Кишиневе перед зданием правительства и парламента, так и на всех станциях железной дороги с 10:30 до 13 часов. Напомним, с начала года сотрудники железной дороги неоднократно проводили в ряде населенных пунктов акции протеста из-за задержек по выплате зарплат.